Дорогие друзья, я хорошо помню, каким был этот храм в конце 70-х годов. В состоянии разрухи, запустения, без колокольни, с облупившимися от времени стенами. Сюда время от времени заглядывали разве что вандалы, да мы, маленькие любопытные дети. Помню, забежали сюда всей ватагой и замерли. Стены были разрисованы и расписаны греховными непристойностями. У каждого из нас в силу детской чистоты в душе стыд и смятение вспыхнули. В таком великом месте, как Божий храм, и такая греховность. «Пойдемте отсюда», – прошептал кто-то из детей. И мы тихонько вышли из запущенного святого места. В 1883 году на этом месте была открыта деревянная церковь, а каменный храм в современном виде был построен в 1906 году. Перед войной храм был закрыт. Здесь разместились производственные мастерские. Колокола были сняты. В годы войны помещение использовалось под склад. Восстановление святыни началось в начале 2000-х годов, главным образом на средства верующих прихожан. Посильную помощь на восстановление храма также в свое время оказало руководство Майдакурского завода. Как только утеплили помещение, так сразу же и начали здесь проходить службы. В 2004 году были отлиты и установлены церковные колокола. Храм продолжает восстанавливаться и нуждается в средствах для восстановления. Спаси вас, Господи! Вот смотрите, вот эти три полка. Это первый полка, второй полка, третий. Это самый главный. Вот смотрите. А как вас зовут, девочки? Меня Полина. Полина и Настя. Молодцы, слава Богу за все.
Проходите здесь. Прогуляйте. Как тебя зовут? Владимир. Владимир сейчас будет звонить в колокола ко всенощному бдению. В храме Петра и Павла, в храме апостолов Петра и Павла, село Майдаково, Палехский район, Ивановская область. Начинаем. Отец Александр? Нет, другой.